Всем привет, с вами я, Данил, и сегодня мы будем читерить игру под названием Quake 4. Вот. Я нашел видео на ютубе, там все были коды, я их написал на блокнот, вот. Поэтому сейчас мы будем, читерить в игре Quake 4. Конечно же, я проходил Quake 4 недавно, просто не записывал. Вот. Я сделал эти ролики по названию «Все боссы» и «Грифочки». Вот. Так что, пойдем мы найти самую стартовую локацию, вот. Так, начало уровня. Вот, без читов, Вау, как, там было. Вот, давайте мы подождем загрузку. Вот, все, мы зашли в игру. Для того, чтобы написать чит-коды, нам необходимо на консоль. А чтобы открыть консоль, надо нажать Ctrl плюс Alt плюс U. Надо одновременно сделать. Вот, все. Открыли панель консоли. Версия Quake любая подойдет. Вот. Первая команда — это коды. Это напишем коды. Год-мод. Это дает, чтобы вы были бессмертны. То есть, вот, например, вот сейчас я вот хочу вот сгореть. Я не получаю урона. Видите? Красное, что для меня урон наносит. Поэтому... Так, вторая команда — это give out. Give out. Он дает нам хайпешечку и, конечно же, бронежилет. Но не только. Все оружие. Вот. Для тех, кто играл в Quake 4, были всего лишь тут. Всего 10 оружий. Вот. Как бы есть еще одно оружие, секретное такое вот оружие. Это тоже как бы такой вот гранатомет, но только он стреляет огнем. Это секретное оружие, конечно же. Я не знаю, где его найти. Только можно консоль найти. Вот. Так. Следующая команда это... Это Give School. Вот так вот пишется команда. Вот. У нас добавляется бег. Вот видите, вот этот вот значок. Такой вот ботинок. Короче, мы просто бежим. Да. Конечно же, тут нету шифтовать. Вот если я нажимаю на шифт, вот просто идем. Вот так вот мы бегаем. Все. Следующая команда. Это у нас Гив Амориген. Амориген. Вот так вот выглядит вот Амориген. Я был вам сказать. Вот, видите, Амориген. Вот. И вот я не знаю, что такое. А, он дает нам очень быструю скорострельность. То есть, ну, конечно, вот так вот. Вот, мы так вот быстро стреляем. Так, следующая команда, это у нас Give Dubler. Вот так вот выглядит команда, вот Give Dubler. Это что-то такое на 2x повышает. 2x урона. Я не знаю, сейчас пока... Пусть пока что здесь... Потом вам покажу. Так, следующая команда. Следующая команда это Give Guard. Вот так вот выглядит команда. Give Guard. Это дает вам щит. Насколько понимаю. Да. Мне что-то пропало вот это вот. Хочу вам, ну, не важно. Я же в код моде нахожусь. Так, следующий дает нам Give QR. Вот так вот выглядит команда. Он дает нам какую-то вот 30 секунд нам дали. Вот. Дали нам повышение урона. Это отряд носорог, прием. Вот, нам дали повышение урона. Ну, я не знаю, что такое вот. Ладно. Давайте следующий вопрос. Гифкаст. Вот так вот выглядит гифт-расти. Тоже на 30 секунд. Это
какой-то урон дает. Основными читами. Это у нас под названием No Clip. No Clip. Он позволяет вам летать сквозь этих вот. Я даже вижу Марс. Вот так вот летать. Вот видим Марс. Такой вот. Даже сквозь летать. Я вот быстро. Так, дальше. И... моя любимая команда — это спавн-туи. Спавн-юи. Ой, юи. Вот. Вот открывается такая панель. Вот. Можем вызвать. Например, давайте вот ироны. Вот. Это вот, собственно, враг. Это женщина. Строкша. Уничтожили, да, есть, кстати, подходить, да. Не получится, да, они исчезают. Так, еще мы можем вызвать. Только по одному. Так, давайте мы вызовем. Например, мы вызовем. Вот, давайте мы вызовем мини-босс какой-нибудь. Давайте мы, например, вот. Давайте танкист. Вот. Это и как бы мини-босс. Вот все, уничтожили этого мини-босса. Так, окей. Так, все. Ну, можно и F5 поставить. Так. Следующий монстр. Так, мы сейчас возьмем, вот, например, Линтан. Вот. Он как бы ходит. Все, давайте еще одну вызовем. Так, и мы вызовем вот это вот существо огромное. Вот, это один из боссов, да. А там у него очень много хп. Вот, он самый главный, он находится на третьей позиции где-то. Третья, ну терминал, короче говоря, хранения, не знаю, что это. А еще у меня двойные уроны, поэтому я его быстро сейчас валю. Вот. Теперь следующий. Сейчас мы вызовем другого босса. Вот еще один мини-босс. Строк Хорнер. Это самолет. Конечно же, это не босс. Это вот ты катаешься на танке и за робота ходишь. Вот. Вот самолет. Я могу кое-что... одного раза вот так. Ну, давайте вызовем... ну, как бы, это он не босс, кстати. Кстати, это не главный босс, да. Поэтому давайте мы его вызовем. Так, спаун. Давайте мы вызовем босса. Вот он босс. Какой пузан. Я его, конечно же, валить не смогу. У меня отражается 700. Видно же, что это вот это спокойное висит. Значит, это не босс. Это, скорее всего, это вот с терминала идеи. Ну а это перерабатывающий астроид. Это не босс. Вы если будете играть в поле, вы найдете этого босса, и вы не сможете валить. Даже с ракеты не получится. Это не босс. Так, ну я вам показал вам все команды. Можно пройти эту игру. Так, мы сейчас вот... давайте мы вот так вот сквозь стены. Так, кажись нам сюда. Ну вот и все, прошли этот уровень. Быстро, очень. Очень быстро. Ну как бы. Ты уходишь. Даже секретное оружие. Вот. Так что я вам
рекомендую воспользоваться блоком моном и всеми оружиями. Это как бы не совсем читы. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока. Пока-пока.